И всем привет! Блин, это слишком неожиданный инфаркт будет. И всем привет, с вами сегодня Пиксель Геймер, и как вы уже догадались по названию видео, сегодня мы будем открывать хэллоуинские подарочные коробочки. А и главное отличие от обычных кейсов заключается в чем? Правильно, в том, что вам не нужен ключ. Вы берете эту картонную коробочку и так брутально разрываете на части. На самом деле нет. Все открывается по старому доброму способу рулетки. Так, давайте начнем. Вот эти все вещи нам... Нет, кого я обманываю? Вот это, вот это мне нужно, вот это. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот оно. Так. Крутится, давай, я верю в тебя, сейчас там красная, там, давай, инфа, сотка, класс, отлично, богомер, на самом деле нет, так, и, относительно неплохо, знаете, мне казалось, будет выглядеть хуже, нажимаем открыть. Так, раскрываем, вот она крутится, давай еще чуть-чуть, сейчас я чувствую, вот так вот чувствую, вот сейчас что-то будет. Ну, в общем, там. Оу, не может быть фиолетовая, Кобвем Бадана. Оу, вот это мощно. Так, ладно, снимаем. Хотя, знаете, нет, мы ее оставим. Такая брутальная бандана и футболочка с черепашкой, которая улыбается. Давайте будем дальше. И что это у нас будет? Что-то явно очень такое экстрадирт. Неужели? Тал... А! Нет. Нет, у нас что-то вот. Отлично. Прекрасно. Давайте его наденем. Довольно-таки неплохо, но спасибо. Я побуду вот этом. Так, осталось всего лишь две коробочки, и если мне выпадет красный, я не знаю, я просто уйду отсюда. Просто спокойно и тихо. Но нет, красная она не выпадет, зато выпадет... класс! Это просто отлично. Ну и последний кейс на сегодня. Ах, да, ребята, чуть не забыл. В общем, сломались у меня наушники, а вместе с ними микрофон. В наушниках ничего не было такого, но микрофон был, на удивление, качественным. А сейчас я записываю с тапка, который пролежал 3 или 4 месяца у меня на полочке. И качество звука, соответственно, будет порядка хуже. Так, я уже слышу. Слушай, я тебе сейчас разобью лицо, мне насрать на твою проблему. Давай открывай последний кейс, ноль проблем, я готов получить красный предмет. Поехали! Где красный предмет? Ладно, не в этот раз. Ну что ж, на этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал и ждите новых качественных видео. До новых встреч! Shock him.